таким взглядом зловити мозку. Ось що зустрічається абсолютно мозку. Це самий великий, самий сильний мозку в цій центрі Петербурга. От 2,5 разу пішли в вашого мозка. Ну, ось і ось невозможно бути із одним мостом Кирова, настолько він зварен, що він один із самих красивих мостів в Петербурге. І такий красивий мост не простався, тому що цей мост – подарок. Подарок на дню рождения города. Мост був открыт 16 мая по старому 1906 году в день 200-летия Петербурга. И самую первую разводку моста осуществил сам император Николай II. Тогда в торжественнейшей обстановке при встречении всего императорского двора, всей императорской семьи, да еще и присутствии президента Французской Республики Пуанкаре, императору Николаю II, на подушечке принесли кнопочку, соединенную с разводным механизмом моста. И нажав на эту кнопочку, он осуществил самую первую разводку моста. А зачем же там присутствовал президент Франции Пуанкаре? А дело в том, что Троицкий мост – это образец российско-французской дружбы. В Париже через Сену есть мост Александра III, самый красивый мост в Париже. Так заложено было присутствие двух правителей – императора Николая II и президента Французской республики Феликса Фора. А потом Николай II и Феликс Фор переехали из Парижа сюда, в Петербург, и заложили вот этот мост, Троицкий мост. И строился мост по проекту французской фирмы «Бакиньоль», которая строила Эйфелеву башню в Париже. Но строили его наши русские инженеры, наши русские рабочие, наши русские материалы. И все этого конструкции моста, его уникальнейшие фонари, длинные ограждения, яжурные фермы, под которыми будут проходить, изготовлены здесь, от выточку на электрозаводе Сан-Галин. Посмотреть разводку Троицкого моста интересно не только с воды, вот как мы сейчас делаем, но и с берега. Если у вас еще после нашей прогулки останутся сильные желания, то вы можете прогуляться по набережной и посмотреть контур разводной Троицкого моста. Это просто дорога в небо, вот такой потрясающий зрелище. Тоже два острова, две площади. Слева по борту от нас Троицкая площадь Петроградского острова, где начиналось строительство, начиналось рождение города. А справа по борту площадь Суворова острова Первый Адмиралтейский. Первый Адмиралтейский – это остров военной славы. И вот видите, справа по борту от нас, где будет разводное крыло моста, освещенный подсветкой памятник. Это памятник Королевскому Александру Васильевичу Суворову. Посмотрите справа, какая панорама замечательная. Видите, над площадью выходит подсвеченный силуэт собора Спаса на Крови. Вот на фоне такого темного ультрамаринового неба нереальный такой вот облачный, воздушный Спас на Крови. Потрясающий зрелище. И памятник Александру Васильевичу Суворову, вот вы его видите освещенный. Уникальный памятник, у него нет портретного сходства с генералиссимусом. Юный бог войны Марс, вот в таком виде юного бога войны Марса изобразил нашего генералиссимуса известнейший петербургский скульптор, убежавший на 18-19 годах, Иван Чехов-Троицкий.